Нить Ариадны. Эта штука из древнегреческого мифа сейчас помогает не тем героям, что гоняют по лабиринту чудовищ, а героям труда, сварщикам. Продукцию завода «Межгосметисмценск» с названием «Ариадна» показали губернатору области, между прочим, во время рабочей поездки Вадима Потомского по мценским предприятиям. Осмотр производства, принадлежащего американской компании, закончился встречей с работниками. Первый вопрос – не обижают ли иностранные хозяева? Ответ – нет. На заводе взаимовыгодный интернационал из заокеанских капиталистов и мценских рабочих. У меня просьба 18 числа на выборы надо сходить обязательно. Договорились? Не буду говорить за кого. Вы лучше знаете, за кого вам надо голосовать. Но свой гражданский долг надо обязательно исполнить. Ладно? Чтобы мы дальше могли развиваться. Если поручений мне нет, или стесняйтесь, в письменном виде записками передайте. Я все выполню. Далее вниманием Вадима Потомского завладела агрофирма «Мценская». Та рядом с вокзалом строит новый элеватор, который будет введен в промышленную эксплуатацию в ноябре. 18 тысяч тонн зерна уже лежат в 4 новых емкостях в порядке их опытной эксплуатации. Но стройка продолжается. Кстати, вся работа стала возможна благодаря взаимодействию Орловщины с «Росагролизингом», вложившим 167 миллионов рублей в элеватор, который стоит 218. Устраивая для губернатора экскурсию по стройке, гендиректор агрофирмы «Мценская» призвал прислушаться к звуку, с которым элеватор работает. Чем тебе не нота в симфонии объектов орловской экономики? Послушать эту симфонию можно было и на следующем объекте, внесенном в план рабочей поездки губернатора – Мценском литейном заводе. Завод до недавнего времени претерпевал неприятности. Один из основных заказчиков его продукции, РЖД, перестали осуществлять закупки. Выросла еще и цена сырья, еще и китайцы зашли на рынок с демпинговыми ценами. Ситуация изменилась только этой весной, и завод восстановил работу. Мощности загружены почти полностью. В этом губернатор убедился лично во время посещения этого царства огня и металла. Пришел новый президент российских железных дорог Белозеров Олег Валентинович. Я с ним встречался. Все, вопрос. Вот с его приходом завод начал получать заказы. Это один из тех людей, который начал заводу помогать с точки зрения восстановления заказов. Но большей степени нам заводу помог удержать это Минпромторг. Мантуров, Никитин. Мы неоднократно проводили там совещания. Об этом, о заводе, о ситуации на заводе знал и президент, и председатель правительства. Никто не остался в стороне. Сегодня завод не только отвоевывает потерянные некогда позиции на рынке, но и стремится развиваться. Впрочем, он в регионе такой не один. И каждый должен стать инструментом, играющим ту самую симфонию без фальши, со своим местом в оркестре. Сергей Быковский, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».